хочешь получить 1000 став на свой игровой аккаунт? Тогда поставь лайк на это видео, подпишись на канал, напиши комментарий со своим ником, и когда здесь набирается 15 лайков, я делаю итоги в следующем видео. Всем желаю удачи! Короче, смотрите, я нахожусь на карте Хэллоуин, 40 человек на одной карте, просто жестко лагает. Стоп, еще кое-что. Просто смотрите, сколько тыкв падает, офигеть, на парашютах. Всем здорово, дорогие друзья, с вами снова я, Богатырь ВТО, и сегодня, как вы видите, я нахожусь на карте Хэллоуин. Сегодня у нас 3 число, 3 ноября, воскресенье. Последний день празднуется в танк онлайн Хэллоуин. Давайте скринчик даже сделаем. И смотрите, просто как жестко у меня лагает. Это все потому, что на этой карте сидит 40 человек. Это просто полный какой-то пипец. Кстати, смотрите, меня сейчас зомбик убил. Офигеть. Просто жестко лагает. Давайте хотя бы, что ли, отъедем куда-нибудь в край, чтобы так сильно не лагало, а то в центре, как, ну, мне кажется, сильнее лагает. В общем-то, это такой конкурс, короче, проходит. Даже, точнее, проходил в воскресенье у нас в 20:00 по МСК, возможно, вы даже знаете. В группе ВКонтакте скинули две ссылки, которые вы могли бы зайти и попасть на эти, на эту карту, ну, или на первую или вторую ссылки вошли. Короче, если бы вошли, да просто тут бы сидели такие зомбики, то есть мамонты и зиды. Это, получается, помощники админов, которые вы должны убивать. Ну и я тоже, все, в общем-то, игроки. И там правила были не одевать мамонта или что-то типа этого рода. Смотрите, просто дофига человек сидит. 40 человек. 40, я посчитал, кстати. Просто капец какой-то. Жестко лагает. Вот я не понимаю, зачем так много создавать... Блин, как сказать, даже не могу уже. Просто жестко это. Я не то, что здесь голды ловить, я даже просто чуваков ливать не могу нормально. Вот. Встают эти, которые стоят, только ливаю. Ну, когда уж голдики попадают-то, что-то не понял. О, голд, кстати. Уже посыпались. Ни одного зомби, кстати, еще не убил. Жалко. Там вроде что-то дают, какие-то кристаллы. Ну, если сколько-то... Ну и, короче, если активным будешь. Вот уже тыковки полетели. Давайте тоже хотя попробуем взять хоть один. Мне кажется, у меня это, конечно, не получится, потому что они, смотрите, как лагают. Они раньше времени как бы падают. Вот, смотрите. Вот, видели? Он раньше времени, получается, такие лаги мини есть. Возможно, у вас возник вопрос, как же я попал на эту карту с ТО Мобайл. Думаете... Тут же нет такое, про битв, все такое. Но это все легко и просто. Я сначала зашел через ПК, а потом сразу же ТО Мобайл. Ну, логично. Потому что многие это уже знают, но, возможно, и нет. Ну, короче, я уже убил одного зомбика, как вы уже могли заметить до этого. Тут, конечно, уже чуть менее вроде перестал лагать, но все равно как бы под... Ну, так, есть немного такое замедление, не знаю, как сказать, вот... О, давайте еще одного убьем. Какой-то октобус или что-то у него. Что за ник это? Октопусус какой-то. Убил третьего. Давай, четвертого. Да блин, ну нафига? Козел, взял моего, слил. Ладно, давайте быстрее едем. Голдики там летят уже просто. Тыковки летят, смотрите, тыковки. Ну тупой, идиот. Смотрите, просто... Вот этим вот помощникам им просто насрать на людей. То, что они их взбесят. Вот, был бы... Я понимаю, я сейчас не взбешусь, потому что у меня сейчас лагает. Бессмысленно тут ехать куда-то там, голды ловить. Но все же есть нормальные люди. Они просто тупо им мешают. Им всем пофиг на голды. Потому что, конечно, они уже сами могут их себе миллион скинуть там. Но они просто... Другим людям мешают. Вот они едут за голдами? Нет, а они мешают. Они там в оверке свои понаврубают. Будут их бесить вот так. В общем-то, вы поняли. Скилл Москвы. Давай тебя сольем. 544. Скилл Москвы какой-то. Ливаем, ливаем тебя на нафиг. Да блин. Нет, не лагай, не лагай. Наедь на минку. Давай. И последний раз. Пух, все убил. Изи. Я уже не считаю, какой это... Кстати, смотрите, мамонт едет, мамонта страйкер. Ну все, тебе бан нафиг. Вот бан тебе, бан. Вот нафига ты мамонт надел, вот. Права нарушаешь.
Вот пень. Тут просто бесконечная битва. Вот сколько интересно будет. И, кстати, хотел сказать, первый раз я на такую карту попал. Ну, не карту в смысле, а на первый такой конкурс, где я просто сражаюсь против помощников или кого-то там еще вот этих вот всяких админов. Я вроде бы как 4 зомбиков убил этих мамонтов. О, голдик. Да ладно, тыковки посыпались, ура. Вот смотрите, опять. Вот нафига. Я не понимаю, он такой идиот просто. Вот им пофиг на голды, они просто их сами кидают миллион, хоть сколько они себе могут скинуть. А вот на игроков им пофиг вообще, они их ливать. Вот смотрите, чувак, смотрите, едет, мешает, чуваку не дает брать. Капец. Давайте, о, слили мамонта. Так, а возможно, ну-ка. Да, вот я же говорю, вот эти тупые, как лаги, не знаю. О, кстати, они вдвоем встретились и отъехали друг от друга. Так, все, закончилась эта битва, я, конечно, не записал там конец, но я занял 25 место из там 40 с чем-то человек, я не считал, в общем, примерно 40 вроде бы. Смотрите, первое место с чистого листа, он вроде, я смотрел, там первое место получается 20 контейнеров и сколько там кристаллов, но помню прям 20 контейнеров, вот чуваку повезло. Я написал, короче, там админом или как помощником тоже вот этим вот. Они мне сказали то, что 13 тысяч кристаллов, короче, выдадут. Вот на этом хоть им спасибо большое, потому что я им еще, кстати, прислал скриншотики. И в итоге, короче, я убил вроде 5 зомбиков этих, 5 этих мамонтоизидов жирных. И мне дадут, тоже так же уже говорил, 13 тысяч кристаллов. Ну, нормально. Хорошие битвы сыграл, но я не взял ни одного голда, потому что эти тупые лаги не дали. Смотрите, вот в конце сидели чуваки, просто не могли ни одного килла сделать. Их просто ливали, вот сам последний какой-то там был. 0 звезд, 0... Что? 0 кристаллов, я что, ради чего тут играл, блин? Капец, сразу друзья какие-то там добавляются. Ладно, короче, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Просто огромнейшее тебе спасибо, если досмотрел до конца. И всем желаю удачи, и всем пока-пока.